Так, ну что, ребятки, сегодня обозреваем. Коробочка Авито пришла. Авито, что же у нас за коробка? Давайте посмотрим. Авито доставка оформил. Давно ничего не оформлял. Вот, короче, решил оформить. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Я уже предоткрывал, так сказать, посмотрел. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Открываем. Мишура. Мишуру убираем. Что внутри? О, что-то есть. Давайте посмотрим, что там такое. Это у нас с вами внешний SSD Adata 2 терабайта AC900G модель. Вот такая на Валберсе. Бралась она, видимо. И чувачку не понадобилось. Чуть-чуть, говорит, БУ. Я думаю, что не проблема. Здесь параметры ее. Free download backup software. Дата 5 лет. Гарантия 5 лет. Нормально. USB 3.2. USB 3.2. Вот. 160 граммов, температура от 0 до 50, 3,2 ген 2 на 2. Вот. Вот такая красочная упаковка, Adata External PS5 Work with Xbox Series XS Adata. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Adata Type-C Reversible Read Write 2000. Скорость RGB подсветочка. RGB Lightning. Давайте открываем, смотрим, что внутри. И уже будет все видно. Поехали. Так, собственно, та-дам. Вот он диск. Есть два шнура у нас с вами в комплекте. Вот они. Два шнура. Вот у нас Type-C, да? Как мы видим. И второй шнур, это у нас USB. Синий. Type-C. И сам диск. Он так выглядит. Здесь название модели. Серийный номер. Input. И давайте вытащим, посмотрим, как это все выглядит. Собственно, вот такой диск. Разъемчики здесь. Вот такая вот сетка. Это все у нас светится. Вот разъемчик. Type-C. Подключение у него. Здесь есть у него такие вот ребра. Охлаждение. Довольно-таки тяжелый аппарат. И жалко будет его поцарапать. Поэтому нужна какая-нибудь чехол для него. Давайте покажу, как работает подсветка. Сейчас подключим для интереса куда-нибудь. Собственно, подсветка очень просто проверяется. Подключили сюда. И вторую часть подключаем сюда. Смотрим. Вот, собственно, такая вот подсветка. Идет. Видно, думаю, да? Ну, может быть, не так видно. Сейчас вспышку уберем. Вот. Так вот она моргает. Уходит. RGB подсветочка. Подключили, вроде бы все работает. Во второй части обзора расскажу про скоростные характеристики, реальную емкость. Так что смотрите, все впереди. Обратная часть моргает. Нет, обратная часть не моргает. Но она будет все время так вот у вас. То есть, если это вас
Не мешает, не раздражает. Это топовое. Топовое это SSD. Поэтому вы будете всегда на коне. И 2 терабайта это не шутки, ребят. Это реально за цену. Стоила она где-то вот эту 10. За 10 я взял. Что это очень дешево, 2 терабайта за 10, за десятку. И хотели взять на 1 терабайт, но взяли в итоге на 2. Так что вот такой был обзор сегодня у нас.